Я хотел бы поговорить про вашу последнюю работу в кино. У меня был и Охлобыстин. Иван рассказывал про «Соловья разбойника», где вы снимались. Это были веселые съемки? Ну, у меня было 3 съемочных дня. А, всего? Всего. Я играла матушку игуменью, и, по крайней мере, все 3 дня я не курила. А. Да. То есть потому уже плохо, на каче палочки здоровья. Я была в облачении так, монашеском. Так, и что, нельзя курить, когда в облачении? Ну, я думаю, что матушка-игуменья не курит, наверное. И я не хотела оскорблять одежду. А вы много вообще курите по жизни? Ой, ну да, почему про ерунду? То про Википедию, то про курение. Это очень важно. Вообще про полезные и вредные привычки очень-очень важно. Вы, знаете, вы же являетесь ролевой моделью. Да, вот девушки сейчас посмотрят, узнают там, что Маша Голубкина курит там. Я все время с этим борюсь, я вам так скажу. Я бросала не с девушками, с сигаретами. Я бросала неоднократно и пытаюсь прекратить постоянно это делать. Это просто тяжело. И это моя, ну, какая-то некоторая слабость. Я знаю, что это плохо. Все. Нет, ну вы же богема. Богема должна какими-то расширителями сознания все время. Не, ну сигарет никакой не расширение сознания, а сужение сосудов. Вот. И в это самое будут какие-нибудь там проблемы с сосудами, ногами, чем-то еще. Алкоголь. С удовольствием. Да? Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».